Милый, может, нам уже пора в постельку? Ты ложись, а мне еще надо доделать декор и разобраться с рассадкой гостей. Да? Приветик. Мам, ты не вовремя. Всего один вопрос. Это все генетика или типа пилатес? А это наш подарок. Семейная реликвия. Всем приносит удачу, кроме дяди Грега. Ему голову отрубило, но не этим ножом. О, это кто-то в туалете оставил. Ты бывшего позвала? Он будто в порно-сафари собрался. О, а рубашка так и должна быть? Не пора ли нам за стол? Ты такая красивая на нашем фоне. По-моему, левая грудь чуть ниже, чем правая. У меня дурное предчувствие. Это пираты. Они берут наших гостей в заложники. План такой. Поймаем их сетью. Забрызгаем глаза! Не выйдет! Почему? Слишком сложно! Господи боже! Теперь понимаешь, почему нужен план попроще? Никогда бы не подумал, что буду бродить связан по джунглям! Чего? Еще и с гранатой! У него граната! Мужчина, мужчина, отдайте мне гранату! Держу! Отлично! Ты там умер? У нас получится. Это платье мне нравилось. Теперь оно посовременнее. Никто не тронет мою семью. Сама не отпускай! Джейми, не смей стрелять, сестру! Кэрол, спасибо за нож для торта. Просто охренительный нож. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.